Мы не должны брать с людей проценты как можно дольше. Кредитная карта «Уралсиб». Льготный период 120 дней и кэшбэк до 30%. Банк «Уралсиб». Ничего лишнего. Жанр шансон сейчас не сильно популярен у молодежи, но только потому, что он не затрагивает современные темы. Сейчас мы это и попробуем исправить. С гитарой, с Божьей помощью. Под ваши аплодисменты, пожалуйста. Жаркой летней порой познакомились с тобой. Я на патриках сидел по малолетке, а ты за столиком в углу обнимала мальтипу и искала вилкой в Цезаре креветки. Я нашел тебя в сети, залайкал все посты твои, на тебя истратил 8 VPN. О тебе узнал я все и понял сразу: ты моя, ты мой чечек, рилсом посланная с неба. Ты осознанка моя, проработанка, ты меркурница, ты ретроградница, ты дорожница, ты аффирматница, в третьем доме луны асцендентница, безлактозница, безглютенница, безуглеводница, безкофеинщица, без бюстгальтера майку носильщица, в черной кепке по центру ходильщица, оперольница и просечница, из-за этого в рехабе лежальщица, а не асти в такси подпевальщица, и в спортзале в объектив приседальщица, мальтипушница, москва-ситница, иероглиф на попе носильщица, златояблочница, ашкьюдишница, гума-цума, интимиссимишница. Ты послушай, фрейрок, я здесь на патриках давно. Четвертый год я уже пью этот кампари. Я тебе не по зубам, я же вижу по зубам, твоим зубам, что дома делал ты в Самаре. Не потянешь ты меня и того, что нужно мне. Ты прикинь свой Huawei сначала к носу. Вижу я за километр нищебродников тебе, из Савеловского рынка джинсы носа, вкусноточечника, KFC-шника, тюремочника и бургеркинщика, тариф вместе в такси вызывальщика, Москва-Сити, вот так, проезжальщика, худеносника, пополамщика, в Красногорске однушку снимальщика, за 500 рублей подстригальщика, в Телеграм на хомяка нажимальщика, а я ищу себе содержальщика, 300 тысяч в неделю давальщика, на Тверской мне квартиру дарильщика, нефтегаза, недра бурильщика, пузо лысины обладателя, но яхта, вилла, отель покупателя, на меня это все завещателя, скоропостижно нас всех покидателя. У тебя отличный план, но в нем есть один изъян. Далеко не все ты просчитала риски. На такого одного конкурс больше, чем в ГИМО, а ты в этом баре лишь восьмая в списке. Ты не смотри на мой прикид и молодежный внешний вид, на часы мои ты посмотри поближе. У меня свой бизнес-джет, полетим встречать рассвет. А может, нам с тобой позавтракать в Париже? А истории финал из вас каждый прочитал в телеграм-каналах на своих смартфонах. Мы рискнем предположить, что Павел Дуров так решил слетать позавтракать на родину шансона. Павел Дуров, Павел Дуров, пара-па-па-пара-па-пара. Увидеть Париж и отсидеть. Merci. Александр Волобуев. Марина Кравец. Спасибо, друзья. Спасибо. Хорошего вечера.
Царь-батюшка велел отправить подарок, бриллиант. Покрайше могут в пути. И непременно попробуем. Чтобы исправить прошлое... Куда ты бриллиант подевал, собака? Оказия приключилась. Ему придется как следует испортить будущее. Вы во что нас втянули? Мы под подпиской не выезде находимся. Честно говоря, вы до этого не особо куда ездили. «Гусар 2» с 28 октября в 8 вечера. Я тебе прям в кокошке почеломкаю. Вроде по мысли правильно, как будто два садомита милуются. Премьера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу.